Шестое задання. В уривку давньоруського літопису посланці прийшли до Давида і сказали йому: «Це, мовлять брати, ми не дамо тобі стола Володимирського, бо ти кинув ножа в нас, а сього не було в руській землі». Йдеться про: а. розподіл по людям, б. наділення помістями бояр, в. боротьбу князів за уділи, і г. надання містам магдебурзького права. Этот отрывок взят из повести временных лет и упоминаются такие события. Это приблизительно 1100 год. Группа князей собрались в городе Увитичи, сейчас это неподалеку от Киевской области, для того, чтобы решить судьбу бывшего Владимира Волынского князя Давида Игоревича, который лишился своего княжества в результате межусобной борьбы и стремился его вернуть. Обговаривали этот вопрос великий князь киевский Святополк Изяславич вместе со своими двоюродными братьями Олегом и Давидом Святославичами, а также с Владимиром Всеволодовичем Мономахом. Давид Игоревич на съезд тоже приехал, но его князья к себе не допустили и единолично приняли решение, о котором уведомили опального князя через послов. И именно в этом решении мы слышим вот эти их слова: «Мы не дадим тебе стола Владимирского, потому что ты кинул в нас нож, а этого не было в русской земле никогда». Таким образом, мы понимаем, что речь идет о борьбе князей за уделы. Правильным ответом будет вариант В. Мы его отмечаем. Боротьба князей за уделы.